Здравствуйте, Роман, здравствуйте. А тут никого, тут только я. Сейчас, буквально на секундочку, я тогда сделаю перерыв. Я не хочу, чтобы игра вот происходила в таком маленьком окошке. Я чат сейчас на ПК подключу. И, так сказать, возможно, тряхну стариной. Что-нибудь скажу, пару слов в микрофон. Матом поругаюсь там или еще что-нибудь. Сейчас вот долечу. А, ладно, так. Не долечу, значит. У меня сейчас задача по этой фотке найти место. Да, вот сокровище должно быть где-то здесь. Да-да-да, здравствуйте. Ой, девушка идет без верхней одежды. Какая прелесть. Ну вот видишь, Ром, подключил чат, сразу народ свалил. Вот не любят люди, когда я что-то там говорю. Так, ладно, сейчас я пока сюда притащу, чтобы чат был перед глазами. Полюбуйтесь пока на Кэт и на вот этот вот фонтан замечательный. Так, ну все, подрубил ПК. Надеюсь, это не очень сильно отразится на качестве трансляции. Так, сейчас я отключу чат, пока в игре. Не знаю, конечно, как со звуком, со всей прочей фигнёй, не буду пока на этот счет заморачиваться. Если голос слишком тих или наоборот слишком громко, пишите, поменяем. Какой дерзкий торговец, он на меня вообще никакого внимания, блин, не обращает. Зато и поплатился. Дела нормально, дела сойдет, сойдет. Так, сейчас паузу пока поставлю. Ничего, правда, новенького нету. Так, сижу, играю, работаю потихоньку. Деньги что-то там платят какие-то. Копейки. Так, ладно, значит, где-то должен быть вид с крыши. Ну ладно, зашибись и хорошо. Как сам-то? Что новенького расскажешь? Так, где там это яблоко хреново? Вот вид должен быть где-то на это здание, а может быть и нет. Так. Там вот просто архитектура, по-моему, немножко другая у здания. Хотя хрен его знает. Где-то здесь это яблоко должно быть. Какая хрень? Это лучший эксклюзив на PlayStation 4. Это Gravity Rush 2. Продолжение лучшей игры на PlayStation Vita. Наверное, единственная хорошая игра на этой приставке. А чё не очень, чё такого?
Что случилось? Что ж, не очень все стало. Лето кончается? Это да. Это действительно не очень. Так, а может нахрен вообще эти поиски? Я так и не помню, что дается за них. Интересно, конечно, найти что-нибудь такое. Пик. Так в чем проблема? Давай, делись. Если, конечно, ничего такого сугубо дико личного. Тут что-то не хотелось бы какие-то щепетильные вопросы обсуждать на стриме. Все-таки включил. Не напрягаться, а больше развлекаться. Так, ну сейчас опять где-нибудь в какой-нибудь жопе мира будет это самое место. Ну ладно, пока эти кристаллы соберем. Вот-вот, пишет Роман. Ну ладно, если шо, я думаю, он с нами поделится своими проблемами. А мы поделимся возможными решениями этих проблем. Если оно ему вообще, конечно, это надо. Так, ладно, там какой-то парапет. Какая-то труба идет вот в это вот круглое здание справа. Либо это не в это здание, труба идет, а куда-то еще. А, ну да, сейчас как раз два зрителя на трансляции. Это как раз-таки я и Роман. Отлично. Вот она, популярность. Может быть, там, конечно, другое здание. Здесь, может, еще что-то круглое ставить, а? А, ладно, нахрен, не буду я это искать. Не хочу, у меня нет настроения решать какие-то головоломки, хочется просто поиграть. Где там карта с миссиями? Как там это... Пам-пам-пам-пам. Как отменить это чертово задание? Ром, спрашиваешь как другу или как к зрителю? Я понимаю, что, возможно, для тебя это важно, но отношусь я к тебе как к чему-то среднему между другом и зрителем. Потому что, друзья, в моем понимании, это все-таки что-то более реальное. То, что я вижу, люди, с кем я более плотно общаюсь и все такое. Так как ты постоянный зритель, все-таки мы с тобой как бы знакомы, но плотного знакомства нет. И, в общем-то, новых друзей я сейчас не стараюсь заводить. Так. Не хочу я искать, как отменить. Можешь просто улететь из этой области. Ну, знаешь, Ром, не знаю. Это как... прозвучало бы, если бы сказать девушке «я тебя люблю», когда ты увидел ее только сегодня и вам удалось переспать на в первый день. Это было бы слишком наигранно и несерьезно. Ой, не хочу я искать эту хрень, отстаньте от меня. Ай! Камеры здесь не очень хорошие дела. Так, и все же, как отменить эту фигню? Ладно, пойду, короче, по сюжету. Надеюсь, это не баба, это девочка. Я даже не уверен, девушка ли она еще. Это Кэт, который, вот эта вот черная кошка, помогает управлять гравитацией. Неактивно задание, блин, как-то нелогично. Сделано, могли бы сделать хотя бы вот большую-большую кнопку привязать к действию отменить задание. Ну ты смотри, как прикольно. В какой еще игре можно как на волнах лежать на ветру, парить и смотреть на окружение? Говорю, это королева гравитации, ее не сносит ветром, она сама это делает. Сух.
Блин, может расшибиться нахрен или еще что-то. Или все-таки надо найти это чертово яблоко. Вернуться к игре, сохранение, загрузка талисмана, улучшение задания. Нет, к сожалению, я не вижу здесь кнопки, чтобы отменить всю эту хрень. Ладно, полетели, найдем это чертово яблоко. Кыш. Единственная проблема в том, что гравитация, управление гравитацией здесь несколько топорное. Если ты играл, допустим, в Dead Space, то знаешь, как себя тут чувствует игрок. Но в целом привыкнуть можно. Так, ладно, давайте серьезно. Значит так, вот она фотка. Очевидно, мы стоим на какой-то крыше и, возможно, смотрим на основание вот этого здания, может быть и нет. Я до сих пор не уверен, это ли это здание, блин. Чин-чин-чин-чин. Потому что оно круглое. Круглое здание здесь. Раз. И... Ну, не то чтобы жопу, но интерактивным элементом эта часть тела может стать, да. Врагов я попозже покажу тогда. Так, ладно, значит, наверное, стараюсь смотреть не с этой стороны, там это здание еще с другой есть. Так, такой кругляшок, вот где-то здесь. Или вообще там с тылу. Так, пальм там нет на фотке. Летели дальше. Может быть, там, сзади. Так, вообще, он там пролетал, у меня вот эта вот штука пикала. Значит, я где-то близко был к месту. Пойдем, полетим обратно, значит. Так, прятались здесь. Где-то тут у меня сигналы были. Ну, молча... А, вот оно, яблоко, ё-моё. А где этот кругляш? А-а-а, вот он в тумане здесь. Всё, найдено. Сейчас, погоди. Промазал. Завершу уже это дурацкое задание. С ноги вот так вот и будет открыт каждый поганый сундук. Больше всего нравится не когда достают, ты, в общем-то, не особо-то достаешь. Ну, если не считать, допустим, когда ты начинаешь сыпать просто десятками вопросов по одной теме, например, про Троецарствие, когда я сижу и играю в Resident Evil. Но это, в принципе, нормально. Это нормально. Вот, а так... Мне больше нравится, когда игроки сами комментируют игру. Ну, шутки какие-нибудь тематические отпускают, просто стебутся. Так, ладно, сейчас надо помочь другим игрокам. Так, вот, пожалуй, вот сейчас вот этот вот режим. Фу-ки, блин, заговариваюсь. Здесь вот сфоткаюсь. Так, забыл уже управление, все. Съемка со штатива или один. Угу. И что-нибудь зрелищное. Сейчас покажу. Назад. Так, сейчас. Так, как снимать-то? R1. Что получилось? Ну вот, нормально пойдет. Пусть чай теперь народ гадает, где там этот сундук лежит. Так, ко мне тут моль залетел. Ладно, пусть пока летает. Так, первый раз вижу игру, хочу знать сюжет. Так, куда меня? Сейчас, один момент, что тут загрузки будет. А то я начну болтать, и меня здесь на какую-нибудь касценку переведут, а я сам первый раз прохожу, тоже посмотреть охота. Тырин-тырин.
Сейчас меня загрузят где-нибудь, наверное, в 10 метрах от того места, где я сейчас стою. Ну, да. Именно вот в самом начале загрузили. Так, в общем, сюжет игры банален и прост. Не вдается в какое-то объяснение подробностей. Он просто дает какой-то мир, какую-то механику. И не пытается нам объяснить всякие каверзные вопросы. Например, те вопросы, что это за девушка и что это за кошка. В общем, один прекрасный момент, эта девица просыпается в непонятном городе. У нее амнезия, она нихера не помнит. И ее случайно находит вот эта кошка. По какой-то причине эти два персонажа, ну, перед ними проходит какая-то химия, я не знаю, между девушкой и кошкой. Чего? А, получен подарок за знаки дымки, окей. В общем, они начинают путешествовать по этому непонятному миру, ни хрена не понимают, кто они, и встречаются с различными персонажами, врагами, людьми, нелюдями и всем, кем только можно. Оказывается, Кет не единственная чувиха, которая может в этом мире управлять гравитацией. Есть еще как минимум один человек, который тоже девушка, и которого зовут Ворон. Ну, круче, естественно, девушка, потому что кошка никак себя не проявляет, она только дает возможность управлять гравитацией. А на девушке как раз-таки закручены все сюжетные вот эти вот перипетии, все возможные идиотские ее поступки и все такое прочее. В общем, двигатель сюжета — это девица, а кошка — это именно, так сказать, бензин, с помощью которого мы по сюжету и передвигаемся. Нет кошки, нет либо сюжета, либо нет способности гравитации. Кстати, некоторые уровни на этом и построены. То есть с кошкой получается какая-то беда. Например, в прошлой первой части она траванулась. Опа, как-то я так упал. Да. Ну, девушка-то вообще хороша. Хороша девица. Вот, например, там кошка травится в первой части на Вите, и мы какую-то часть игры проходили без возможностей управления гравитацией. В этой части вообще в самом начале кошка куда-то пропадает. И нам только оставалось, что работать на какой-то непонятной шахте, добывать кристаллы с помощью вот этих обычных попрыгушек. Обычных наших ударов, вот этих комбок. Я, девчонка, еще и каратистка, ко всему прочему. Вот, ну а потом, вот как видишь, кошка опять ни с того ни с сего появляется. И, в общем, мы играем в то, чем эта игра так и знаменита. Полеты, управление гравитацией и весь дизайн, связанный с этим. Собственно, это мне и в игре больше всего и нравится. Ну, по-моему, самый сок, когда в игре тебе нравится главная механика. Вот, ну такой краткий синопсис. По сюжету я вряд ли тебе что-то интересного рассказал, заинтриговать у него вряд ли получится. Тут интригуют именно сами игровые ситуации, какие встречаются. Вот сейчас я тебе покажу тут. Собственно, почему не ветром сносит, как ты говоришь, а почему именно управление гравитацией? Вот. Так, у меня тут экранчик отключился. Включись, пожалуйста. Это не только можно ходить по стенкам. Нет. По полотенцам я ходить не хочу. Тихо. А, нет. Ну да, управлять гравитацией можно ограниченное время. Вон там вот сверху, слева, колесо, которое сейчас заполнено синим, оно как раз показывает общее количество времени, когда мы можем непосредственно летать. Допустим, просто-напросто убивать всяких людей, отправлять их в пропасть. И... ну вот мы полетели спокойно вниз, а эти двое несчастных сейчас разобьются где-нибудь на том острове. Не очень нравится, что жутко колбасит в воздухе. Ну, таковы здесь полеты, так это сделано. Немного топорно, криво, но в целом летать неплохо. Если ты именно про вот
про такую колбасню, которая вот сейчас, допустим, происходит. А так прикольно. Можно, конечно, как Супермен, прям головой вперед. Не юбкой и распахнутыми ногами навстречу какому-нибудь шпилю, а именно вот прям, можно еще кулак для пущей аутентичности вперед выставить и лететь. Ладно, наверное, хорошо бы уже какую-нибудь миссию запустить, да? Так, что у нас здесь? Совпадение ли? Так, полетели. Там какая-то информация, какой-то чувак сейчас с нами поболтает. Есть, естественно, всякие улучшения, куда без них в нашем-то 21 веке. Можно улучшать комбо, удлинять связки и прочее, прочее. Пока играю так, ух ты какая. Так, читать пока не буду, наверное. Слушай, я уже не помню. В первой части город был разделен на такие островки из-за гравитационных бурь. Мы, собственно, один большой город и собирали из нескольких кусочков, которые были где-то на условном дне, в каком-то хаосе. И нам нужно было победить всех ужасных, жутких монстров, чтобы поднять этот городок из хаоса и соединить его в одно единое целое. Почему здесь они так все разделены, это я уже не знаю. Тоже какие-то последствия гравитационных бурь, когда люди уже научились с ними, в общем-то, более-менее уживаться, и вот на каких-то гравикристаллах они эти островки ставят. Зачем? Не знаю. И как, каким образом они успели все это поставить, тоже неизвестно. Наверняка пытались предотвратить какой-то катаклизм, когда город постепенно развалился, развалился, и чтобы он не развалился совсем, они ставили вот... Картинка зависает. Ну, слушай, блин, у меня просто... Я систему недавно переустанавливал, может быть, из-за этого. Потому что у меня сейчас одновременно идет трансляция моя же на Твиче и стрим. Возможно, это как-то сказывается на общей скорости интернета. А устанавливать чат, блин, это несколько долго. Сейчас я посмотрю. В онлайне вряд ли я могу сейчас это читать. Угу. Часто подтормаживает, кстати, трансляция. Ладно, сейчас пока почитаю, что тут есть. Ну, комикс... А, да-да-да, ты не сможешь... Блин, вот ведь дурень-то я, да? Ты не можешь оценить, то зависает он или нет. Сейчас комикс закончим, и снова будет возможность оценить качество связи. Так, ну что, слухи о нашем предыдущем подвиге расходятся уже по всему, сказал бы, Хексвилю, но, к сожалению, я до сих пор не помню, как называется этот город... Каждые 15 минут. Ну, знаешь, по мне это все-таки раздражает немного, когда стрим зависает. В идеале он не должен зависать ни разу. Если это есть у зрителей, это хреново. Если бы падало у меня FPS, но не падало FPS на канале, собственно, непосредственно при просмотре, то это еще было бы хоть как-то терпимо. Так, ладно, что-то я опять болтаю и ни хрена не играю. Я в следующий раз поставлю обязательно этот рейд-чат, чтобы трафик себе не забивать. Ну, не факт, знаешь, Ром, тут может быть и не с телефона это. Нужно смотреть и тестить самостоятельно. Возможно, это не только у тебя с телефона, но и у людей с Твича. А вообще нужно потихоньку уже перебираться на Ютуб, вроде там, когда одни стримы... тупят на Твиче, но на Ютубе они работают нормально, поэтому надо как-нибудь попробовать постримить там. Если что, ссылочку я там закину. Так, все, давайте играть. Так, что там у нас из интересного задания? Шахтеры вынуждены влачить жалкое существование, с трудом выживая среди грозных гравитационных бурь. Один из рабочих решается сбросить сломанный антигравитационный костюм. Выясняется, что это Кэт, без дымки гравитации ей не подвластна.
А, вот новая, вот она. Все. Это ж мне все старье всякое там показывает. Погнали! Вот как раз нас зовут в облака. Сам сюжет развиваю, ты про какую игру? Если ты про Prey, то не. Я там сюжет не развиваю. А, ты про Until Dawn. Ну там тоже, знаешь ли, спорно. Вот сказать, что ты там сам развиваешь сюжет, как-то очень громко для такой игры. Потому что единственное развитие сюжета — это тогда, когда я неправильно прохожу QTE-сценку, когда персонаж разбивается и все. А все остальное — это касается только реплик персонажа и ничего более. В той же Contra Hard Corps на старый Mega Drive куда больше вариативности в прохождении, хотя там всего где-то 3 развилки на всю игру. Да-да-да-да-да, где маньяки и прочие монстрюки. Ладно, тут сейчас, собственно, геймплей поинтереснее. Тут хотя бы геймплей есть. Там нету. Уходячих нет. Слушай, Ром, от Telltale первый сезон я прошел, и больше я к их играм как-то не очень хочу возвращаться. Блин, а тут прикольная музыка. Ладно, поехали. Так, ну, Сид, да, местный такой пройдоха, который, в общем-то, нихера не умеет. Единственный длинный язык ему в помощь. Я сейчас еще вот «Игру престолов» от них поиграл. Блин, не лучший образчик их игр. Я, может быть, когда-нибудь «Волка» у них пройду или еще что-то. Ну, блин, вот то, что у них «Ходячие мертвецы» после второй и третьей главы как-то очень сильно сливаются, меня это сильно очень подкосило. И вот «Игра престолов» первый сезон полностью я прошел. Блин. Ой, в конце, в общем, я почувствовал, что меня снова поимели, я снова сидел, пялился в экран целый час, и ни к чему, в общем-то, не пришло. Я вернулся к тому же, к чему и начал. Что все кругом гонимы, что все кругом сволочи, главные герои ангелы, над которыми... Аж наушник упал. От которыми на все издеваются. И, блин, это глупо. Это, в общем-то, конечно, и по Мартину, но именно из-за такой херни я и бросил. Читать «Игру престолов» и не начинал его смотреть. Милая девушка, хотя в порядке вещей аниме, да? Ну, знаешь, это не сколько стиль аниме, это сколько стиль французских комиксов. Для аниме, аниме, тут уж как хочешь, так и можно ставить ударение. Это стиль несколько ванильный, что ли. Мне не очень он нравится, ну, в общем-то, что имеем, то имеем. От аниме тут, скорее всего, достались различные цветастые вот эти способности персонажа. Например, красный глаз у Кет, желтые волосы, типа глупенькая блондиночка, и расцветок шмоток. Там красный цвет власти, самопожертвования и все такого. Там целые книги есть по всем этим исследованиям цветов, жестов и характерных анимаций в японских мультфильмах. Бесит озвучка русская или озвучка японская? Ничего себе несчастная, да у нее шляпа миллиард стоит. Посмотрим. Она при деньгах, ну да, по ней видно. И здесь они, кстати, общаются не по-японски, все вот эти вот персонажи между собой, а на каком-то выдуманном языке, который скорее напоминает детский лепет. А мы ся-ся-сю-си-си, вот типа такого, когда мама с ребенком что-то там сюсюкается, ни хрена непонятно. Вот это ближе к этому. Язык в Gravity Rush ближе именно к этому. Да-да-да, Сид — мерзкий симулят.
симулянт. Вечно у него какие-то травмы и прочая хрень. За отдельными столиками. Боже, неужели это опять стелс? Так, у меня опять падает наушник, прошу прощения. К японской... Слушай, а я быстро привыкал, хотя я сам начинал, в общем-то, с локализованных аниме. Так, ну что, мадаме нужна какая-то помощь. Друзей на коктейльную вечеринку, чудесный вечер, придумала столько развлечений. Ну, по тебе не видно, что ты какая-то выдумщица, ну да ладно. Но слуги оплевали все мои чудесные задумки. Оу, это Хитман сейчас будет. В мобильные почти не играю. Когда нехрен делать, я включаю шахматы или какой-нибудь настольный теннис. Это мой максимум. А так у меня на них либо нет времени, либо просто не хочется поиграть. Либо у меня портативка с собой, типа PlayStation Vita. Она у меня уже с универа, блин, с первой зарплаты купил. Старая. Так. Слуги не хотят служить, Кэт. Отлично, ты делаешь поразительные умозаключения. Так, в чем же проблема? Так. Слуги работают круглыми сутками. Так, это, кстати, претит всем вот этим поправкам Маркса, Энгельса и Ленина. Так, крошечное одолжение. Что это за трусы такие, свернутые конвертом? А, это же всего лишь курьерство. Я бы с удовольствием лучше бы посбрасывал слуг куда-нибудь в пропасть. Ну, за бабки сделаем все, что ты хочешь. Так, ну что же, ладно. Управление гравитацией – это, в общем-то, бесплатная курьерская рабочая сила. Это просто идеально для доставки чего-либо. Так, что там у нас в чате? У меня только Том или Хэнк. Иногда в Экапе сижу, в основном YouTube. Когда ты – Twitch. А что такое Том или Хэнк? Это какие-то имена, но я не понимаю, кто это. Том. У меня лично знакомых Томов точно нет. Хэнков подавно. Не японская озвучка? Нет, по-моему, все-таки здесь остались верны. О, как ее сейчас покрутила. Верны традициям, и как в первой части здесь какая-то тарабарщина. Хотя какие-то отдельные слова могут попадаться. Например, мы наверняка сможем... О, что такое? Услышать какое-нибудь «ксо» или еще что-нибудь, которое намекает на японское ругательство. Но здесь вот было вполне себе французское слово «мадемуазель» или «мадам», что там Сид сказал той мадаме. Хотя в японском это вполне в порядке вещей, что ты заимствовать из других языков. Особенно из английского и того, что на него похоже. А, где есть кот, ты его кормишь, играешь с ним и так далее. Типа тамагочи. Слушай, это вообще прикольно. У меня были там японская игра, где нужно было котиков на площадку собирать, ставить, раскладывать нам всякие носки, там всякие трубы, коробки. Некоцумы называется, воп, вспомнил. Так, всем нужны слуги. Дочка случайно отпустила воздушный шарик. Слушай, мэм, я уже пробовал ловить воздушные шарики в этой игре, у меня ничего не получилось. Не стоит. Я сразу отказываюсь. Так, ну, малышка хочет шарик. Слишком расстроен для приглашения. Вот, блин, а? Проблемы белых. Вот там в гетто внизу по людям стреляли, когда я всех спасал. А здесь расстроено для того, чтобы получать приглашение. Капризная стерва, сейчас найдем мы твой шарик. Где-нибудь за пальму зацепился.
Ой, там еще малышка плачет даже. Может, он где-нибудь на крыше, конечно. Но это точно не шарик, это кристаллы. А, вон он, шарик. Неплохо так зацепился, это, конечно. Неплохо, неплохо. Как будто специально привязали, блин. Вот капризы, а. Все. О, Кэт с шариком, блин, это чудесно. Это чудесно. Я бы так всю игру бы пролетал. Конечно, этот шарик больше напоминает кандалы, чем воздушный шарик. Ну да ладно. Держите. Ты имеешь в виду в комиксах, как нарисовали? Ну, в принципе, знаешь, мило, они хотя бы различаются, и нет таких анимешных штампов, когда все, вот особенно в современном аниме, когда все персонажи похожи друг на друга. А тут, в общем-то, есть какие-то отличительные черты. Вот Кэт довольно милая, круглолицая девица, а ну, вот эти вот тоже, в общем-то, милые персонажи. Хотя по их капризности можно было и какую-нибудь, я не знаю, морщинку подрисовать на лбу. Мой шарик с гравити-газом. Это чтобы он быстрее и дальше летал. У моего папы есть связи. Это, блин, важно, когда маленький ребенок говорит со старшим. Во всей Лей-Авине только один шарик. Да. Ваше приглашение, мисс. О, что там будет? 18+. А то и 21+. Вот так вот. Эта крыса еще меня и дурой назвала. Вот ведь. Кого? Воспитал такую первоклассную снобку? И она этим довольна еще. Вот зараза. Блин, жалко, я не могу вас выбросить в открытый космос. Вы же заскриптованные сволочи. Ладно, погнали. Поможем этим богатеям. У них тут, кстати, ни одной системы ПВО. Как они вообще планируют защищаться от королевы гравитации, если она слетит с катушек или еще что-то с ней такое произойдет? А ведь это вполне реально. Я же, в общем-то, только что прошел Prey Until Dawn. Я вообще готов на все, что угодно. Так, еще одна симпатичная девица. Ром, потом не знаю, во что играть буду. Вот честное слово. Скорее всего, я буду играть в то, что не будет стримиться. Это Panzer Dragoon на Xbox, либо Metroid Prime на GameCube. А может быть, во что-нибудь на Nintendo Switch. Вот. И я во все это поиграю, и старые приставки я свои продам. Потому что хватит, потому что не по карману, потому что лишние 1010 мне сейчас не лишние. 5 деточки. Откуда у вас у всех деточки? Вам всем на вид лет по 15. А, в аллегоричном смысле деточки, понятно. С ними просто невозможно разговаривать. Так, где ведро? Полив деревьев. Вы можете полем. Бросайте воду в дерево, чтобы полить его. Охренеть. Я могу брать воду. Ну, блин, я думал, что тут будет... Как я не знаю, как эффект... От Гидромена в старом сериале про Человека-паука. А здесь просто какие-то шарики, блин. Ну, ладно. Ну, хоть что-то, хорошо. Это вам, извините, не периметр 2, когда здесь есть замечательная физика воды и все такого прочего. Здесь всего лишь тайтл PlayStation 4, где никто особенно не заморачивается над техническим исполнением. Главное, чтобы было симпатично, этого достаточно. Так, ладно, вот еще вот это что, баобаб надо полить. Я бы, конечно, неплохо бы какую-то дядьку еще полить. Можно ли это вообще сделать? Блин, парапет уже третий раз попадает. Нет, к сожалению, одежда не намокает.
Бам! Плюх! Блин, да это так и не палило, оказывается. О, Флюгенс, привет! Добро пожаловать на самую отличную игру в PlayStation 4. Лучше нее до сих пор ничего не придумали и вряд ли придумают. Плюх! Ну, одна надежда на Nintendo. Да что, черт побери, с этим деревом, а? Сколько тебе надо воды? Выстрелы сверху не котируются, что ли? Летели. Как насчет... Давай, давай, Роман. Darksiders... вряд ли уже. Уже вряд ли. Что-нибудь старье. Если ты имеешь в виду старый Doom, когда-нибудь обязательно он будет. Когда-нибудь я буду обязательно тупить в этой лучшей игре всех времен и народов. Но не в ближайшее время. Пока на него, к сожалению, времени нет. Так, подъем 9. Сколько этих деревьев-то, ё-моё. Не-не-не, Doom точно не в ближайшее время. Вот я уже зачитался и начинаю путаться в управлении. Когда-нибудь Doom будет, но не сегодня. Все, надо сказать, что я закончил. Надо эту крысу облить, блин. Что это такое? Получай, поганка. К сожалению, да. Повеселиться не получится в этой игре. Все, бери свое приглашение, я полетел дальше. Блила я ваши дурацкие растения. Вот ваше приглашение. О, приглашение на вечеринку. Ты не моя служанка, ты работаешь у кого-то другого. Надо уходить по-французски от таких людей, моя хорошая. Хоррор, ну да, можно. Я, в принципе, Сома только что прошел. Думаю, когда-нибудь я созрею для второго прохождения. Но не в ближайшем будущем. Хотя Сому я бы с удовольствием забыл бы и прошел бы еще разок. А потом еще раз, и 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 еще раз. ФНАФ? ФНАФ? Что за хоррор с названием ФНАФ? Как по мне, это звучит как эксклюзив для Nintendo 3DS. ФНАФ. Нет, я долечу! Я долечу! О, на рыбку! Черт возьми! Успел. Так, это что еще за офисный клерк? Таких на вечеринку не приглашают. Куда он на этот раз делся? Что, тоже воздушный шарик потерял? Так, что там? А, 5 ночей с Фредди. Слушай, если тематически по 5 ночей с Фредди, то можно попробовать как-нибудь Night Trap, когда она будет продаваться со скидкой в 99%. Это было бы забавно, я думаю. Вот, а так... 5 ночей с Фредди с кучей скримеров. Как-нибудь. Так, хозяин дома, да уж проще, хозяин этого дома, играем в прятки. Если я его найду, меня повысят. А, он расстроится, устроит головоломку всем своим слугам. Хотите, помогу? Так. Правда, он часто прячется в очень странных местах. Чувак, а ты смотрел у себя... Ладно, оставим шутки про штаны. Outlast. Ну, можно. Слушай, после скримеров в Until Dawn вообще ничего не страшно. Но я боюсь, что я просто буду сидеть и материться, как матерился на Prey. Особенно после того, как я прошел Сому. Гениальнейшую, блядь, игру. Господи. Я просто буду бомбить ото всех остальных игр. Так, особенно в прямом эфире хоррор это хорошо. Особенно где-нибудь часиков 10. Ладно, ищем мальчика. Куда он спрятался? Куда этот спрятался, мелкий паршивец? В очень странных местах. Пойдем проверим унитазы.
Может быть, он в трубе сидит, вот этой церкви. Посмотрим. Нет, вряд ли. Может, он сидит на крыше? Не зря же игра про гравитацию полета, а? Так, здесь его не видно. Завтра. Завтра точно ничего такого не будет, потому что... я стримлю то, что я уже успел купить. В ближайшее время я ничего покупать не буду. Ну и, естественно, пиратить тоже. Так, ладно, самое необычное место. Окошко искать. Жалко, что у меня кошка, а не собака. Могли бы дать понюхать ей какой-нибудь носок, и хозяина мы нашли бы два счета. Так, ладно, крыша, кажется, пустая. Может, он где-нибудь под замком? Где-то на вершине острова все-таки вот дают мне подсказку. Я могу сделать предположение, что вершина острова где-то с другой стороны, но нет, нет. Вот было 9 зрителей, кстати, осталось 4. Такая утечка кадров довольно ощутимая. Если телевизор пытался посмотреть, Twitch не запускается. Это что же, на телевизоре есть такие специальные приложения сейчас, чтобы смотреть Twitch или YouTube? Прикольно, раз так. Может, он под островом? Блин, девушка, вы меня путаете. Не, ну это, конечно, всяко лучше, чем маячка в Скайриме. Так, вот здесь что-то красное. Эй. Такс. Такс. Блин, и ты хочешь, чтобы слуга каким-то образом тебя здесь нашел? Тебе сколько лет, блин, тебе по роже тридцатник уже стукнул. Ты какого хрена не на работе, в прятки он играет. А, слушай, у меня на телевизоре нет браузера, я нищеброд, у меня Тошиба где-то 2010 года. Тогда о таких гениальных вещах не слыхивали. Новая служанка, да. Извините, что я спрашиваю, но почему вы так любите прятки? Вы пугаете слуг. Они испугались, правда? Это же замечательно. Что? Остальные игры мне надоели. Теперь мне нравится пугать людей. Вот как раз в тему. Думаю, кроме вас это никому не нравится. Блин, вот ведь трутень, а? Козлина белобрысая. Говорю, вот людям... Надо идти на работу, они играют в прятки со слугами. Не-не-не, это не ты типа богатый, это у меня просто нет денег на новый телевизор. Так, вот и я, приглашение доставлено. Всего 3 гостя у тебя, ну тоже мне вечеринка. Ладно, замечательно, теперь принеси мне топливо с рынка. Ох, это звучит несколько коряво, ну да ладно, его хранят вот в таких коробках. Я думала, это все. Я собиралась хорошо тебе заплатить, говорит она. Слушай, бойся гнева королевы гравитации, блин. Топливо какое-то ей надо. Какое нахрен топливо? О чем ты говоришь? Нам нужно привезти топливо для вечеринки. Сразу вспоминается миниатюра с Масяни. Там порнухи навалом, да, грибочков нам немножко отвалить. Да, экстази привези, пожалуйста. И все такое. А здесь тоже какое-то условное топливо, которое содержится в некоторых коробках. Если вы в бочках, окей. А так это какое-то либо твердое топливо, либо топливо это некое слово, которое обозначает вовсе не топливо. Ну да ладно, хватит всех этих догадок. С ней подружился. Слушай, ты думаешь, это так уж и весело, дружить с такими людьми? Я бы с ней не подружился, я бы с ней, возможно, имел какие-то партнерские отношения. Так, у вас сказали, топливо есть. Ну да, вот как раз Растаман, пожалуйста. Все догадки подтверждаются. Топливо горит они. Куда они там девают столько топлива? Не знаю, на 4 человек целая коробка. Веселая у них вечеринка будет. Так, парящих домов иной раз и воду подогреть не на чем.
Сложите для них пару коробок топлива, а? Топлива. Слушай, а хороший термин, а? Топливо. А есть у тебя пара коробок топлива? Я не могу рисковать своей работой. В этом городе все решают деньги. Да-да-да, партнером, партнером. Без пошлых мыслей. Именно вот что, бизнес-партнером. Хотя, знаешь, с такими мадамами из высшего общества можно, в общем-то, быть партнером, ну, скажем, в звании Альфонса. Почему бы и нет? Кстати, есть хороший фильм на эту тему. Блин, я не помню, как он называется. Но на эту тему есть хороший фильм, однозначно. Так, в этом городе все решают деньги. Йоу, малышка, в этом городе все решают деньги. Да уж, проблема этого города предназначена. Ладно, сейчас отвезем ей это гребаное топливо. Полетели. Так, что она там мне написала-то? Я и... Неужели я в этом участвую? Говорит она с кошкой. Ведь если я доставляю этой даме топливо, я ничем не лучше торговца. Думаю, топливо нужно другим. Кошка согласна, хотя хер ее знает, что она там промяукала. Смена курса, дымка. Отнесем все это в Лей-Эл-Гону и отдадим сороконогам. Да-да-да, им как раз не хватает наркоты, чтобы добыть еще денег. Я ей все объясню, и она должна понять. Блин, слушайте, у меня здесь тяжелый моральный выбор. Либо отвезти вот это вот нечто, что содержится в сундуке, людишкам из трущоб. Либо отвезти это богатеям. Нет, ребят, вы не посчитали нужным проконсультировать меня насчет того, что, собственно, это за топливо такое. Ну, я не буду вдаваться в подробности. Мне обещали заплатить, поэтому я лучше отвезу топливо богатеям, заберу деньги, а нищим мы как-нибудь поможем. Мы потом устроим революцию, это топливо будет не в количестве одной коробки нашим, а в количестве всего топлива, какое есть. Ой, ё, у меня коробка улетела. Нет! Что ж, что случилось? По-моему, Господь Бог сам повелевал мной. Он просто сделал так, что коробка сама улетела к нищим. Я поступлю правильно. Я не буду ронять коробку. Полетели, полетели, милая моя. Богатеям нужно топливо для вечеринки. Неожиданно кошка сказала мяу, пишет Роман на Твиче. Ну, тут кошка часто мяукает. Блин, однако, мне не хватит топлива, чтобы долететь, чтобы доставить топливо, черт возьми. Давай, 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 я не хочу снова ловить коробку. Так, ладно, нужно подождать. А то у меня сейчас отрубит всю гравитацию, и я ее сразу снова уроню. На Вите была возможность тыкнуть в кошку пальцем, и она бы сказала мяу в любой момент. Кстати, также была возможность тыкнуть пальцем не только в кошку, но и в саму Кэт. Она тогда очень мило пугалась и оглядывалась. Ну, что вы хотите, сенсорный экран, все такое. Здесь я, к сожалению, тыкнуть в экран своей тоши бы могу, но это никакого эффекта не произведет, если только отпечаток пальца неприятный останется. Так, ладно, получай свою коробку. Веселые вечеринки, мисс. Сколько вы нам заплатите? Че, куда она подевалась? Да я сейчас тут всю разворочу к херам. Угу. Даже жечь топливо на ночных приемах мне уже надоело. Блин, они просто сыпят терминами. Значит, само вот это самое называется топливом, а само употребление называется жечь топливо. Малышка, пойдем ко мне, сожгем немного топлива. Так вот, что она делает с топливом. Да, Кэт, она его жгет. Мадам, здравия желаю. Мы планируем построить новый парк аттракционов. Правда, это чудесно. Но разве здесь достаточно для этого площадь? Парк будет в Лей-Эл-Гоне. Там как раз есть подходящий остров. Там мы его и построим. Так, что же будет с теми, кто там живет? О, замечательно. Как мило. Бить десяток людей, выселив их из их домиков, чтобы построить парк аттракционов. Какие все кругом злые, мерзкие сволочи. Очень скоро остров будет зачищен и подготовлен к строительству.
Вы это серьезно? О, отлично, сейчас будем бить морды. Мы поймали владыку. Ну, поймали-то поймали. Опа. Так. Господа. Удачного вам полета, мягкой посадки. Так, что мне теперь нужно сделать? Поскорее рассказать обо всем Лизе. Ну, пойдем, да, настучим. Так, погоди, а с богатой дурочкой мы разве ничего не будем делать? Блин, она спряталась и денег не заплатила. Черт возьми, ну блин, а. Ну ладно, я хотя бы узнал жизненно важную не для себя, но для других информацию. Окей. И под такую эпичную музыку в свободном падении. Блин, вот за такие моменты, конечно, ну разве это не прекрасная игра? Ладно, полетели, нам нужно немножко поменять курс. Эпик! Да. Ну, конечно, бесконечные метания врагов в пустоту иногда надоедают, но... Когда ты до этого где-то полчаса бегал курьером... Это приятно визуально. И приятно даже физически пощупать DualShock, нажимая на кнопки, на которые ты уже полчаса не нажимал. Так, да, давайте восполнять мне там энергию. А, это был сарказм? А, у меня тоже был сарказм. Вот так вот, я тоже так умею. Ха-ха-ха. Так, ну что, пошли стучать своей главной. А ее сейчас тоже нет. Она тоже пошла жечь топливо. Слушай, Лиза, здесь происходит что-то ужасное. Нет, она на месте, слава богу. А, да, она же не по топливу, она по бутылкам спецпустым. Что на этот раз? Гарнизон отправил солдат Флей и Эйлонгу. Они хотят украсть у людей их остров. И все это ради какого-то дурацкого парка аттракционов. Не дурацкого. Но да, согласен, несправедливо. Понятно все. Понятно? И это все? Сильнее всех грабят слабых. Такова жизнь. Если мы поддержим жителей Лей Элгоны, мы следующие... Блин, неужели нельзя было более понятное название придумать, а? Ну где же им теперь жить? Ты что, не видишь, что мы ничем не можем им помочь? Ну ладно, без тебя обойдусь. Вот так, сейчас все. Анархия царит здесь. Делаем, что хотим. Так, что там? В будущем противники будут посерьезнее, иначе это слишком скучно. Да будут, конечно, тут здоровые. Вообще мне не нравится, что сюда солдат притесали, обычных людей. Обычно здесь какие-то большие, страшные, нелепые монстры нам противостоят. Погнали. Так называемые маячки. Ну или нави, если на местном сленге. Типа ля-ля-ля аватар. Так, ну что случилось? Как они могли? Нужно придумать, как погасить пожары. Ну, в бассейнах у богатых, в общем-то, были. О, во, отлично. Не надо лететь хер знает куда, здесь есть все поблизости. Так, да, с водой мы уже умеем обращаться. Собственно, не зря мы целый час, ну, полчаса где-то, побыли курьером. Так, полетели. Пошел. Пошел. Надо, пожалуй, изучить умение захватывать больше двух предметов, потому что вот сейчас слишком часто мне приходится возвращаться назад, чтобы захватить еще парочку бочек или вот как сейчас парочку капелек. Погнали. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ага, погнали. Не, ну было бы прикольно, конечно, чтобы вода заканчивалась. Прям как в периметре бы уходила из одного в другое. Погнали. Так, с пожаром закончено. А, все, они по мне уже стреляют. Блин, я уже забыл, как управляться. Забыл, что уже на квадрат нужно нажимать, чтобы кому-то нападать. О-о-о-о-о-о.
Не, чувак, с тобой я в последнюю очередь расправлюсь. А пока... Пока прочую мелочь. Где еще кто-нибудь? Сейчас мы с тобой в кого-нибудь запульнем. Пжу, пошел. Черт, блин, эти... Эти людишки только мешают. Так, сила гарнизона. Ну, вы сами-то справитесь, нет? Вон у вас какая толпа. Хотя какой-нибудь козлина с автоматом Калашникова их всех положит, разумеется. Да-да, можно, можно тут прокачивать. Так, сила гарнизона, 10 из 10, господи. Поехали. А, воу, что-то новенькое. Так, боюсь, она либо не попадает, либо нужен разгон побольше. Блин, да ему вообще похрен. Сейчас, кстати, был бы прикольный момент, если мне нужно было бы их закоротить водой из того фонтана. Опа. А-а-а, какая же кривая камера. Могу представить, насколько больно это смотреть на стриме. Ай, черт возьми! Я сейчас выкручиваю руки, чтобы джойстиком управлять. И ни хрена не вижу. Вот, кстати, на свече, на Сплатуне есть хорошая фича. Сделать камеру по центру. Не в смысле камеру по центру, а точку обзора по центру. Полетели. И последний. Последний, блин. А здесь все хер как. Так. Сколько вы еще будете это делать, товарищ Хакумен из Blaze Blue? Сколько потребуется? О, Кун Лао. Запросить подкрепление. Тяжелая артиллерия. А ну-ка, это что-то новенькое. Да ладно. А вот и старая знакомая. Какого хрена здесь, конечно, Врана ее по-русски назвали. Ну ладно, это... С этим смириться все-таки придется. Игру все-таки проходить. Экшен, черт возьми. Нет, уже не противник, просто сюжетный поворот. Нечего играть супергероиню, так можно и погибнуть. Она должна была сдернутой рукой вверх это произнести. Как можно больше пауза. Так, ворон. С вороном не виделись с тех самых пор, как нас унесла гравитационная буря. Человек железной маски. С трудом узнала Врану в этой странной железной маске. Почему она решила на меня напасть? Да-да-да. Ребят, если у кого-то тоже зависает картинка, напишите, пожалуйста. Надо решать уже, что с этим делать. Роман вот уже второй раз жалуется. Если это вина Соньки, боюсь, ничем не могу помочь. Если это вина того, что у меня фоном запущен мой же стрим... Нужно устанавливать, никак не связан с Твичом. Так, ладно. Эту миссию мы закончили. Все нормально, этот Твич. Людинс, ну опять ты начинаешь. Ладно, слушай, я как-нибудь проверю слова про Твич и перейду все-таки на YouTube.
Все-таки мне как-то больше он стал нравиться. О-о-о-о-о-о-о. Ребята, как наши старые танкисты путешествуют на самом верху транспорта. Ну или это просто зайцы, одно из двух. Либо это танкисты, либо это зайцы. Нет, вот среди них есть дети, скорее всего, это все-таки танкисты. О-о-о. Ладно, что-то у меня сегодня не летается. Давайте все-таки по миссиям пойдем. Отвисло. Ладно, хорошо. Если что, перезапускай. Это всегда, думаю, поможет. Так, что там по заданиям у нас? Куча выполненных. Духовные странствия. Полетели. Надеюсь, какой-то новый остров нам откроется. Хватит уже работать курьером. Хватит уже наводить хер знает что по всему. Ну, я буду все-таки называть это Хексвелем. Господи, что там сзади сейчас происходит, а? Там руины просто, хаос, неразбериха и ужас, шок и трепет происходит. Нет, все-таки это не то скольжение свиты. Там просто всякие ужасы сзади оставляли. Все это поломано было и все остальное. Поехали в следующую миссию. Да, естественно, это бесит, естественно. Так, ну что же, вот она, вот он дед, и девочка не от мира сего. Сначала налоги, теперь воинская повинность. А мы всего лишь хотели быть несчастными нищими и побираться по углам. Привет, Кэт. Я рада, что тебе уже лучше. Совет хочет расширить армию гарнизона, но зачем? Пока не знаю, но они наверняка что-то задумали. Война, может, идет. Неизвестно, когда они заинтересуются Бангой. База гарнизона где-то над нами, так? Да, форт Бесмолия даже выше, чем Лаявина. Блин, опять куча всех вот этих трудно запоминаемых географических названий. Я собираюсь пробраться внутрь и все разузнать. Не надо! Лиза будет злиться. А Сиду ты сказала? Да похер на Сида вообще. Он захочет меня отговорить. Это будет наша общая тайна. Я хочу сама во всем разобраться. Горизонт. Форт Бесмолия. Есть, сэр. Мы подготовили ударную группу. Блин, давайте я не буду читать. Мне кажется, это глупо. Если что, сами прочитайте и постараюсь читать про себя как можно быстрее, чтобы пролистывать эти комиксы на раз-два. Идите в форт Бесмолия или Бесмолия. Ну, 900 ярдов не так уж и далеко. О, кого-то я с собой несчастного попутчика взял. Все, ему расхотелось лететь. Хорошо, бывает. Сейчас тогда вот эту еще одну миссию выполняем. И, наверное, достаточно на сегодня. Это был очередной стрим на рубеже веков. Раз в 10 дней решил тряхнуть стариной. А, как будто я уже решил попрощаться. Синими, ты про девушку с фиолетовыми волосами, может быть? Блин, я недостаточно внимателен для этого. С которой мы только что сражались и которая одета в железную маску? Или про ту маленькую девочку с желтыми глазами? Так или иначе, это сюжетные персонажи. Вот ответ на твой вопрос. Что такое? Зафиксировали меня? Йоу. Меняем курс. Что такое? С фиолетовым. Ну, да, это героиня из первой части, с которой очень долго приходилось налаживать контакт. Так, ну кошка умеет еще и телепортировать, походу. Хотя как-то в первой части не раскрывалось, что это именно кошка делает. Right.
Если меня расстреляют, твоему вину придется несладко. Он планирует спрятаться в ящиках с вином. Да, отлично. А вот и план. Прям вот так вот. Хопа! Из кустов выпрыгнул уже готовенький план на нас. Ничего страшного. Плывите, зайчон. О, боже мой. Да-да-да, я не заметен. Я заяц, черт возьми. Я мастер стелса. О, боже мой. Ну, я думаю, одного ящика вина всем хватит, и я вполне могу спокойно добраться до базы. Да, кстати, сегодня что-то неплохо идет трафик. Вот я вижу, до 10 человек периодически народ подходит. Но это, конечно, спасибо Канобу стрим-центру. Но все равно, обычно примерно 1-2 человека сидят. Да, вот, похоже, вот она, крепость. Довольно неприветливо выглядит. А, вот оно, да, которое меня подбило. Чтобы не заметили, надо сидеть под лодкой. Окей. Сейчас сделаем. Оп. Сейчас подобьют тебя, девец, если так тупить будешь. Отключи гравитацию. Блин. Не успел я. Она просто парила и не поддавалась управлению, а потом уже появился этот дурацкий текст. Да, это все ветер. Ну, естественно, закрепляйте свои грузы. И извините меня, вы же, господи, не в закрытом помещении их переводите. Перевозите. Ладно, сейчас будем прятаться как надо тогда. Ну, она просто соскользнула, простите. Она тут не лепится ко всем поверхностям, как Человек-паук или еще кто-то. Она имеет неприятную привычку соскальзывать. Ящика кто обратно приволок? Извините. Никаких ящиков не было, когда я вылетал. Так, все. Сейчас можно. Жук. Ну, теперь должно получиться. Ну, не знаю, не знаю. Девушка под лодкой. Это, мягко говоря, подозрительно. Она пригнулась, что ли, ради приличия? О, во что сейчас стреляла, без смали? Это вообще... Грач какой-то, ну, немного пренебрежительное название. Кликуха такая, тем более для девушки. Очень странно. Почему она позволяет там называть себя таким неказистым именем? Рейвен? Вот она говорит Рейвен? А, все, все, база уже неинтересна. Погнали. Да блин, давай, давай. Сейчас. Что же, первый раз, что ли? Господи, 50 раз еще в первой части ее приходилось догонять. Сейчас срежем. Как куда? Расправляться с бедняками. Черт возьми, у меня кончается запас гравитации, нет. Надеюсь, она не сильно удалится от меня, когда у меня все будет совсем на нуле. Ну, уже порядочное расстояние. Кейт, окликни ее. Ты в курсе, сколько платят за рекламу? Неожиданный вопрос, Ром. Рекламу чего? Рекламу куда? Зачем чего? Тебе периодически включают рекламу на мой канал? Мне ни рубля с нее не идет. Сколько за это идет на Twitch?
Этот вопрос останется без ответа. Да все мы успеем. Вон она, как на ладони. Сейчас-то точно мы ее должны догнать. Надо было раньше кричать, когда был тридцатка. Так, куда? Блин, на чат отвлекся и вот, пожалуйста, сбился с маршрута. Сейчас, секунду. Когда идет реклама стримеру, там обычно пишут, что, мол, сейчас идет реклама в поддержку, там, какой-нибудь Хэзи Фоги или еще кому-то. Когда реклама идет в карман Твичу, написано просто «реклама». Так, ну что, ну да, она летит в самые фавелы. Йо, да ладно, сразу на сотку. Блин, ну тут ловить вообще нечего. Хотя нет, вот она здесь, на рыночной площади затусила. Так, и... Так, это был человек с, господи, как он назывался, Nintendo Jaguar, виртуальная консолька. Естественно, такую херь на глаза напялить, головой поедет. Любой. Так, где они, твои остальные? Этот с мыльницей уже на голове. Так, черноволосая женщина. Так. Где? Наемная убийца, Врана! Как ты, как низко ты опустилась. Ты могла бы перебить весь чертов гарнизон и... И вполне себе спокойно жечь топливо. Так, чё, живой? Так, это на себя зачем-то бюстгальтер налепил. Ну, блин, ребят, вы заслуживаете такого обращения с собой. Вы либо опасны для общества, других вариантов у меня нет. Так, они решили, что мы мятежники. А, ну да, это сороконоги, торгашня местная, темная, из теневого сектора. Погнали. О, Банга? Да это ж это наш родной район. Как так? За двор. Стреляю в упор. Как там в этом... Собаку на выгул. Да, давай, Роман. Пиши, если что. Я не знаю, буду ли я стримить, когда ты придёшь? Блин. Дитя. Но в любом случае, на всякий пожарный, спасибо тебе, что заходил. Ты давал повод для того, чтобы я раскрывал рот на этом стриме. Это классно. Приехали. О, какой ракурс, прям с каблука. А, ну все понятно. Я типа с пульта управления двигаю Кейт, а в игре с пульта управления двигают Рейвен. Окей. Оп. Так, а теперь я. Слушайте, мне же, наверное, проще ее расстрелять будет. Давай. Удар. Так, с мягкой посадкой. Сейчас, где эта девица?
разминулись. Да, сейчас вот немножко сосредоточен, все-таки управление здесь несколько кривоватое, и надо бы... Оп. Надо бы сосредоточиться, чтобы особо сильно не лажать. Так, где девица-то? Вон она полетела. Так, есть что подобрать? Нечего. Опа, блин, пропустил удар. Все-таки. Еще раз. Ну давай. Даже не успеваю нажать у ворот. Все-таки там над островом у меня лучше получалось. Сейчас это больше напоминает на танец одноногого инвалида. Все мои потуги. Где? Стоять. Ах ты, зараза. Сейчас нахрен весь рынок разнесем, пока будем ее убивать. Странно, что она этим не пользуется. Ну что, вы за этим все здесь собрались, да? Чтобы смотреть, как одна девушка избивает другую? Так, давай, иди сюда. Разминулись. Мне бы сейчас пополнение жизненных энергий где-нибудь найти. Ах ты, блин, зараза. Ух, вот этим ящиком хорошо бы сейчас по ней вошло. Мимо. Ну, контрольный сейчас. Кто кого? Эх. Немножко похоже на жульничество. Я прям на нее лечу. Ладно, хватит, блин, этого позерства. Бочка избитая, ладно, и до свидания. О, зонтик полетел красиво. Все. Минус один, гравидрифтер. Чего вообще эти смертные себе позволяют? Блин, меня сбивают в воздухе. В первой части ты вообще король был. Все тебя боялись, шугались. Тут черт знает что творят. Одну вообще сумели на свою сторону каким-то образом привлечь и зазомбировать. Над Кейт издеваются, как хотят. Ла-ла. Грач, ты чего? Задела. Ну, сейчас она в себя придет, она тут все раскидает, конечно. Это вам не кошечка Кейт. Угу. Ну-ну. Жизни мало только, блин.
Так, пока не умер. Вон зелененький, отлично. Живем. Неожиданно пополнили сразу все. Не, ну конечно не Just Cause, да. Вот солдат друг с дружкой совместить так не получается. Фиг совсем не та. Тыщ. И последний. О, автомату можно кинуть. Так, вот эта деталь хорошо проработана. Так, это радует. Она что, какая-то суперменша? Понятие суперменша, конечно, как-то странно звучит в этой игре. Ну да ладно. Я думаю, что в этом мире есть комиксы. И есть свой аналог Супермена. Так, где еще жертвы? Вон они. Давайте, ребят, что ж. Ух ты, с базуками. Сейчас мы кому-нибудь этой базукой как раз в голову-то и попадем. Отлично, одного базукой, другой автоматом Калашникова. Ах ты, зараза. Блин, жалко скольжение. Так, что-то я залазил. Жалко, жалко. Хотелось бы скольжением, чтобы вот прям между ними проносился, и они бы все бы разлетались во все стороны. Может, эту обилку можно прокачать? Надо будет посмотреть. Так, где-то еще солдаты? Нет. Надо было разорвать его на части твоими гравитационными силами. Они не только во всем виноваты, блин. Ты можешь вообще представить, что они могли с тобой делать, когда ты подчинялась только кнопочкам на пульте? Все, дружба до гроба. Так, ну что, сейчас будет такой эпик, какого не могло быть на Вите, я так понимаю. Сейчас мы опустим Империю уже в самом начале игры. Давай, 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 Кэт, не останавливайся. О, Роман пришел. Что, как собака? Мы тут пока роботов класса Балтех пытаемся приструнить. Но что-то ничего не получается. С прошлыми быстрее было. Так, один есть. Мне бы сейчас базука пригодилась бы, конечно. Зря я все их повыкидывал. Какие были. Ух ты! Блин, интерактивность окружения. Класс, я не ожидал. Не успеваешь насладиться всеми красотами. Ну что, надо бежать, бежать вперед. Бить всех. Где еще этот хрен? Так, поэтому так и не попало, да? Ой. Оу, он еще и зацепился, блин. Пошел нахрен. Так. В туалет сходила и домой. На улице темно. Я с собаками гулял бы, наверное, долго. Я такой любитель. У друга собака. Иногда ходим. Палку ей покидать туда-сюда. Вот на целый час выходим где-то. Так, ладно, справимся. Чуть-чуть осталось. Ой, блин. Я не хотел... Вот смотрите, что творится, а. Вот это вот в этом все японцы. Да.
Хорошая задумка, кривое исполнение и ворвиглазный вот этот весь дизайн спецэффектов делают свое дело. Игра из зрелищного симулятора полетов превращается вот в такую мешанину. Да все, все, угомонитесь. Вместе мы непобедимые. И конец, сказала игровожадная Кейт. И расшвыряла их. Размазала их по стенам. Кого-то запрятала в бочку. Кому-то сунула там, я не знаю, в рот автомат. Убила их, как андроид убил журналом кого-то в первом чужом. Такая она, королева гравитации. Такая. Очень суровая и опасная. Блин, да сколько вас, господи. Дайте подлечиться, что ли, где-нибудь. Где-нибудь какой-нибудь кристаллик зелененький, а? На горизонте. Во, есть. Ну все, ну теперь держитесь, блин. Это был мой. Это был мой фраг. За тебя они по мне попали, блин. Вот так всегда. Еще и гравитация кончается. Давай, 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 давай. Ну, девушка, ну была ж цель. Как ее отнесло. Так, сейчас, сконцентрировались. Хватит болтать. Так, ататы из Звездных войн пошли. Сейчас закидаем всякой хренью. Да, сейчас расправимся. Потому что игра аркадная тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не. Не так-то просто, конечно. Но не забывайте, что у меня есть тоже секретное оружие. Которая делает больно не только врагам, но и зрителям. А, он еще и разворачивается, как тормоз. Что-то он сделал, я не понял чего. Надо подлечиться. Где-нибудь. Ага, блин. Вижу. Тихо-тихо, погоди. Прям на шпига... Блин, вот это дерево бы снести, а? Думаю, что будет мешаться. Каждый раз, когда я буду пытаться атаковать. Хаос творится на площадке. Он не жесткий, это, наверное, больше я кривой. Надо немножко более осознанно с ним биться. Биться сначала, бить по вот этим маленьким уголкам. А потом уже по вот этой вот фигне, которая... Ушел, называется, из арены боя. А потом бить по этой штуке, которая выдвигается у него из спины. Так, вон зеленый кристалл. А я что-то давай мельтешить вокруг, туда-сюда.
Сейчас сделаем. Так, на стене открыл себе. Ага, вот и начала энергия немножко убывать. Сейчас надо поворачиваться, а то вот они летят. Так, мимо. Блин, не вовремя. Ну что, зрелищно, зрелищно. Но вот эти вот все предварительные пасы руками заставляют меня краснеть за игру. Ну да, и очнулись эти две милые леди. Где бы вы подумали? Да, да, в кровати, в кровати. Понятно, траванули бедную девушку. Ну, явно не себе, это мадам. Это, конечно, не прям неутомимая машина для убийства с первой части. Однажды, еще в Хексвилле, нам с Враной пришлось сразиться, но потом мы подружились. Зная, что Врана снова рядом, я уснула так крепко и спокойно, словно все еще была дома, и никаких гравитационных бурь просто не существовало. Я была спокойна и счастлива, но Лиза переживала из-за постоянно растущих расходов. Не умеете вы монетизировать свои восхитительные способности, леди? Мой брат просил передать, что ждет тебя у нас дома, он хочет что-то обсудить. Меня ждет дальняя дорога. Тоже по просьбе брата. Так еще какой-то брат нарисовался, окей. А, это этот блондинчик с длинными волосами. Понятно, понятно. С которым мы потом играли в шулерскую игруху. Да-да-да, две милые девушки лежат вместе на одной кровати. Ну, это, естественно, нам могли бы много чего не показать. Кто знает, что там было. А, там ничего не было. Игра же детская. Ух ты, ух ты, ух ты. Блин, чё творю? Чё творю, блин? Ладно, на этом, наверное, заканчиваю на сегодня. Уже устал болтать, в горле пересохло. Если кому-то понравилось, подписывайтесь. Это будет первый знак того, что можно продолжать стримить Gravity Rush. Если подписчиков нет, то и стримов нет. Ага, сегодня был последний стрим. Все, до свидания, всем пока. Не оправдали вы мои надежды. В общем, ладно, не знаю, когда начнется следующая игра. Возможно, завтра, а возможно, что и нет. Будет видно. Если что, заглядывайте, постараюсь сделать какие-то анонсы. А так, всем удачного завтрашнего дня. И удачного сегодняшнего вечера. Всем пока. Да, наверное, это было очень корявое завершение. Ну да ладно, отключаюсь.